Он был привязан под горой, на поводке сидел где-то на остановке. Не относитесь к животным как к каким-то неразумным существам. Ну, потому что они тоже живое существо, они тоже хотят жить, и им тоже интересно познавать этот мир, и нужно беречь их. Потому что животные тоже как люди, им тоже нужны дома. Замечательная будка получилась, тепло наших ладошек, пусть согревает холодные дни наших бездомышей. Дом – это пространство, да, не только для человека, а для его близких и для его братьев меньших. Они украшают нашу жизнь, дарят нам любовь безусловную. Это, наверное, самое ценное в мире. Как говорят, знаете, это что коты пришли сюда, в этот мир, как ангелы, хранители человека. Может быть, действительно так. Если бы каждый задумывался об этой роли собак, самопожертвований, что ли, многие, наверное, не стали бы так обращаться с ними. «Дом для друга» смотрите на телеканале «Тобольское время».